Ты скажи, как ты относишься к БАДам? Отлично отношусь. Правда? Да. Почему? Потому что БАДы, ну возьмем лекарства. У нас все лекарства, которые продаются, 99%, кроме антибиотиков и гормонов некоторых, они работают симптоматически. То есть у тебя болит живот от живота, болит голова от головы, вот это от поноса, вот это от запора, смотри, не перепутай. А это от тебя. А нет ни одного лекарства, которое вылечивает. Потому что никому не выгодно тебя лечить. Ну, понятно. Конечно, никому не выгодно тебя, точнее, не лечить, никому не выгодно тебя вылечивать. Да, да, да. Да. Всем да, выгодно тебя лечить. Да. И это даже не вопрос врача. Он просто не знает другого. Его так учили в медицине. Значит, в медицинском институте такая программа обучения, и если раньше, то есть ты нашел какие-то симптомы, сопоставил, потому что вот мой сын учится, у них все экзамены, все зачеты идут в виде тестов. И, к сожалению, получаются такие врачи. И это очень выгодно фармакологической промышленности. Понятно. Потому что им нужно, чтобы вы заболели, но чтобы вас перевести в хроническую фазу, и чтобы вы долго-долго покупали медицинский препарат. Ну хорошо, а БАДы вот здесь? БАДы, они именно лечат. Правда? То есть, если лекарства, которые продаются от головы, от живота и так далее, они снимают симптом, то есть гасят лампочку, снимают болевой симптом, то БАДы, они работают длительно, но они работают по принципу, где не достает, туда и добавляем.